Добрый день, друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу приготовить салат из фунчозы. Вермишель из зеленых бобов. Вот такую я из пачки ее использовала. Здесь 4 маленьких гнездышка. Заварила я только 2. Заварила я крутым кипятком на 5 минут. Слила, промыла в холодной воде и поставила остынуть. Вот она у меня так остыла. Так, еще мне понадобится перчик, грибочки, морковка, огурцы, рубленый чесночок, приправа для корейской заправки, 9% уксус, тут 1,5 ложки чайной. Может быть, кто-то вообще не использует, может быть, кто-то лимон выжмет. Может быть, достаточно кому-то просто соевый соус. Ну и масло для заправочки. Соль я не знаю, скорее всего, соль по вкусу, потому что у нас соленый соевый соус такой. Сейчас буду делать дальше. Так, ну вот у меня получилось, какой салат получился. Все я перемешала. Конечно, попробовала. И думаю, что здесь не хватает соли. Соль все равно нужна. Видите, как лапша, или как она называется, это фунчоза, потемнела немножко так от соевого соуса. Я думаю, что нужно всему этому постоять. Салатику замариноваться, чтобы друг другу, и чтобы чесночок отдал свой душок, этот запашок. И вот такой замечательный салатик получился. Очень вкусный. Уксусу я люблю остро, я бы тоже еще добавила. В общем, замечательный салатик такой получился. Делайте вкуснятина, и у вас все получится. Еще лучше, чем у меня. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!